Будучи экспертом в области кибернетики, она сосредоточила свою работу в Имперской научно-исследовательской лаборатории НИОКР, А1 и часто служила доктору Кейлу посредством компьютерной голографии себя, а также была создателем системы Киберходока. Доктор Андерсон считает Веронику своей лучшей и единственной подругой, называя ее Ронни, а также она была поклонницей Чудо-женщины. Когда боги-близнецы Фобос и Деймос заставили доктора Кейла получить информацию из разума Чудо-женщины с помощью системы Киберходока, Адриана вызвалась использовать ее вместо своей подруги. Однако, столкнувшись с принцессой Амазонок, система Киберходока претерпела сбой, и Адриана, которая была подключена к ней, в конечном итоге умерла.